Всем привет! В сегодняшнем ролике мы вам расскажем, почему не стоит экономить на запчастях при ремонте вашего автомобиля. Автомобиль Evoque практически в максимальной комплектации 2014 года выпуска с пробегом всего лишь навсего 74 тысячи километров. Премиальный автомобиль, на котором произошла довольно часто распространенная неисправность, просто сел аккумулятор, вышел из строя. Клиент решил не пользоваться услугами автосервиса, потому что многие сами механики знают, в какую строю крутятся гайки, и купил новый аккумулятор за гораздо меньшую стоимость. Но это не оригинал, и о том, что он не подходит для данного автомобиля, он не знал. Этот автомобиль оснащен системой старт-стоп. Соответственно, количество циклов запуска автомобиля намного больше, чем у автомобиля обычных, не оснащенных этой системой. Аккумуляторы сюда нужны свои, специальные. Они гораздо дороже стоят, чем обычный аккумулятор. Допустим, аккумулятор оригинальный на этот автомобиль стоит более 20 тысяч рублей. А данный аккумулятор, который установил клиент, со слов хозяина, он купил в пределах 10 тысяч. Но не прошло и года, и аккумулятор снова вышел из строя. В гарантии ему отказывают, потому что причин для гарантийного ремонта нет. Аккумулятор не подходит для данного автомобиля, установлен некорректно. И не соблюдены все технические условия по установке этого аккумулятора. Прошу обратить внимание, по результатам диагностики было выявлено, что остаточная емкость этого аккумулятора составляет всего лишь 400 ампер, а номинал 800. Так как было очень большое количество циклов запуска автомобиля, просто аккумулятор выработал свой ресурс гораздо быстрее, чем это было предустановлено заводом-изготовителем. Данная диагностика производилась при температуре в цеху плюс 19. И температура аккумулятора соответствует этому же. Прибор замеряет температуру перед диагностикой. Если на морозе минус 10, то эта емкость значительно упадет еще меньше, и гарантированно автомобиль не заведется. С клиентом будет согласовываться замена аккумулятора на необходимый для этого автомобиль, оснащенный системой старт-стоп, с установкой его и последующей адаптацией. В нашем техцентре вы всегда можете приобрести оригинальные аккумуляторы на ваш автомобиль Land Rover. Даже такая простая процедура, как замена аккумулятора, все равно должна производиться в сертифицированных сервисных центрах именно специалистами. В нашем техцентре перед заменой аккумулятора все АКБ проходят диагностику специальным прибором Metronix. Он замеряет остаточную емкость вашего аккумулятора и точно скажет, нужно ли его заменить или его можно подзарядить и еще дальше эксплуатировать. Дорогие друзья, не занимайтесь самолечением вашего автомобиля, не занимайтесь самодиагностикой и не пытайтесь сэкономить денежные средства при ремонте вашего автомобиля. Обращайтесь только в сертифицированные, квалифицированные сервисные центры, которые занимаются ремонтом автомобилей и обслуживанием. А то действительно, на чем можно сэкономить и нанести вред вашему автомобилю, вы можете посмотреть в ролике по ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, мы обязательно на них ответим. Всего доброго, до встречи!